Лунный календарь на январь 2022 года. Прямо сейчас вы узнаете, когда полнолуние и новолуние в январе, лунные дни и лунные фазы этого зимнего месяца. И 1 января убывающая луна в Стрельце, 28-й лунный день. 2 января состоится новолуние в Козероге, пик в 21:33. И 29 и 1 лунные дни. 3 января растущая луна в Козероге, 1 и 2 лунные дни. 4 января растущая луна в Водолее, 3 и 4 лунные дни. 5 января растущая луна в Водолее, 3 и 4 лунные дни. 6 января растущая луна в Рыбах, 4 и 5 лунные дни. 7 января – растущая луна в Рыбах, 5-6 лунные дни. 8 января – растущая луна в Овне с 8:26, 6-7 лунные дни. 9 января – первая четверть – растущая луна в Овне, 8-9 лунные дни. 10 января – растущая луна в Овне, а с 17:47 в Тельце, 8-9 лунные дни. 11 января – растущая луна в Тельце, 9-10 лунные дни. 12 января – растущая луна в Тельце, 10-11 лунные дни. 13 января – растущая луна в Близнецах, 6-08, 11-12 лунные дни. 14 января – растущая луна в Близнецах, 12-13 лунные дни. 15 января – растущая луна в Близнецах, а с 19:11 в Раке, 13-14 лунные дни. 16 января – растущая луна в Раке, 14-15 лунные дни. 17 января – растущая луна в Раке, 15-16 лунные дни. 18 января – полнолуние в Раке, пик в 2:48, 16-17 лунные дни. 19 января – убывающая луна во Льве, 17-18 лунные дни. 20 января – убывающая луна во Льве, а с 17 часов в Деве, 18-19 лунные дни. 21 января – убывающая луна в Деве, 19-20 лунные дни. 2 января – убывающая луна в Деве, 20-21 лунные дни. 23 января – убывающая луна в Весах, 21-22 лунные дни. 24 января – убывающая луна в Весах и 22 лунный день, весь день. 25 января – последняя четверть. Убывающая луна в Скорпионе с 6:57, 23 лунный день. 26 января – убывающая луна в Скорпионе, 24 лунный день. 27 января – убывающая луна в Скорпионе, а с 10:35 в Стрельце, 25 лунный день. 28 января – убывающая луна в Стрельце, 26 лунный день. 29 января – убывающая луна в Стрельце, а с 12 часов в Козероге, 26-27 лунные дни. 30 января – убывающая луна в Козероге, 27-28 лунные дни. И завершает месяц убывающая луна в Козероге, а с 12:43 в Водолее, 28-29 лунные дни. Таков лунный календарь на январь. И лучшими днями месяца по лунному календарю будут 1, 5, 12, 13, 19, 26 и 29 января. Я желаю вам прожить этот месяц спокойно.